Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Меня зовут Заяна, это канал Вязание Зэру. Сегодня у нас 7 марта 2022 года. Время примерно 8:20, точно не могу сейчас сказать вам. На телефон снимаю. Так, участвую в совместном проекте «Три старта» со Светланой. Канал ее называется «Связано спицами Светлана». Вся информация о девочках будет прописана либо в инфобоксе, либо в первом закрепленном комментарии. Вот, что хочу сказать. Поздравляю всех с наступающим праздником, 8 марта. Желаю всем здоровья и мирного неба. Так, вот у меня связан уже образец. Спицами 3,5. Ну, наверное, буду связать 30, спицами 3,5. Я хотела на четверке связать, но четверка у меня занята. И пряжа вот такая, это итальянская бобинная пряжа. Состоит она из двух нитей. Одна люрикс, а другая ниточка мохера. Так. Вот таким образом. Бобинки здесь 226 грамм я взвесила вместе с конусом, так что на большое изделие мне не хватит. Хватит, наверное, на кофточку или жилеточку без рукавов. Если хватит и на рукава, то буду вязать рукава. Так что пошла я работать. Буду вязать 3,5 спицами, да. И подключусь попозже, покажу, что у меня в итоге получилось. Вот у меня, видите, еще орхидея расцвела к 8 марта. Так, все, давайте, пока-пока, пойду поработаю чуть-чуть, подключусь попозже. Дорогие друзья, это мое третье уже подключение. Вот немного я провязала, набирала сначала 93 петли. Оказалось, много я распустила, теперь набрала 83 петли. И вот опять на мой размер это много. Вяжу спицами 3,5. Я сейчас убегаю, подключусь, наверное, все-таки завтра. Сниму до конца, сколько у меня будет продвижений, и потом уже выложу на канал. Вот так вот. Дорогие друзья, это мое третье подключение. Сейчас время 17:30 по Москве. И вот сколько я успела провязать. Раппорт состоит из 8 петель в ширину и 35 петель в высоту. Я сейчас провязала 16 рядов, то есть у меня идет 3 ряда лицевой глади, потом 2 лицевые накид, затем 2 ряда лицевой глади и вот такой узор. Очень красиво смотрится, пряжа у меня раскрылась, я постирала образец, когда я вам показывала. Образец был не постиран. Так, сейчас у меня на спицах 69 петель и вот... Вот теперь я уже точно знаю, что это будет смотреться хорошо и не будет велико на мой размер. Так, вот. И вот образец. Посмотрите, пожалуйста, как он распушился. Он очень распушился. Я, к сожалению, не нашла, как называется пряжа и состав. Знаю, что мохер и люрикс. Ну, то есть, ниточка. Я вам уже показывала. А вот сколько... Чего? У меня, к сожалению, пока нет этих данных. На сегодня все, мои хорошие. Пока-пока. До новых встреч. Увидимся 9 марта. Пока-пока.